Представители Минприроды, волонтеры, школьники, работники лесных хозяйств и просто неравнодушные жители республики. К масштабному субботнику по очистке территории вокруг реки Асса подключилось более 200 человек. Взяв мешки, перчатки и другую необходимую пикировку, экоактивисты понемногу приводят в порядок лесную зону. Уборка на свежем воздухе для многих здесь сродни отдыху от загруженных рабочих будней. Настрой отличный, боевой. Здесь очень классная атмосфера, все люди очень собрались на природе, особенно радует вот эта вот позеленевшая природа. К экоакции подключились и самые маленькие. 6-летний Али вместе с мамой и сестрами решил тоже внести свой вклад в уборку понравившегося ему места. Я юный эколог, я хочу, чтобы мы шли на чистой планете. Воспитанники Назрановского центра юных натуралистов – частые гости на таких мероприятиях. Ведь прививать любовь к окружающей среде можно как раз через такие полезные акции, уверен ИПЕД-состав. Детям вообще с детства нужно прививать любовь к окружающей среде, чтобы они ценили то, что нам дано Всевышним, чтобы не загрязняли, а наоборот жили, созидая все, что нам так щедро подарил Всевышний. Весь собранный мусор отсюда отвезут на Сунжинский полигон, а его активисты собрали немало. Буквально за 2 часа набралось несколько десятков мешков. В погожие весенние и летние дни это место превращается в зону отдыха. Вот только далеко не все спешат соблюдать простое правило – намусорил – убери. Если бы у каждого человека, который приходит, отдыхает сюда, было бы самосознание, что после себя в кучу хотя бы собрать этот мусор или мешок сложить, унести с собой, где есть специально отведенные для этого места. Ну, у некоторых людей у нас не хватает сознания. И в следующий раз они сами приехали бы, чисто было бы. Другие приедут, тоже чисто бы. Это же наше все. Мы же не для кого-то это делаем. Специально для волонтеров Минприроды развернула небольшую кухню на свежем воздухе. Нагуляв аппетит после субботника, добровольцы не против и поесть. Акцию, приуроченную ко Дню эколога и Всемирному дню охраны окружающей среды и акции «Вода России» Минприроды проводят уже несколько лет подряд. Не первый год участником экоакции бывает и председатель правительства региона Владимир Сластенин. Сегодня День эколога, и министерство, волонтеры, молодежь уже не первый год проводят такие массовые мероприятия по очистке именно берега реки. Не только реки Асса, но и в целом чистоты, экологической чистоты. Мы много говорим о том, что это надо делать, что не надо мусорить. И вот эта работа, вот эти вот акции, мероприятия, самое-то главное, это воспитательная цель. Мы меняем мировоззрение в нашей молодежи. В головах молодежи мы говорим о том, что надо после себя оставить чистую природу, такую, какая она есть. Хотел бы отметить, что данная акция проходит не только в сельском поселении Нестеровской на данном участке, а также во всех муниципалитетах по указанию главы республики Махмуда Мухшариповича. Данное мероприятие проходит по всей республике, во всех районах центра. То есть у нас сегодня нашими жителями нашей республики, сотрудниками муниципалитета будет очищена берега 11 рек, в том числе и муниципальные территории наших сельских поселений, городов и районов. Уже по традиции, в конце мероприятия Владимир Сластенин также вручил награды и грамоты сотрудникам Минприроды и волонтерам от главы региона Махмуда Али Калиматова и правительства Ингушетии. Впрочем, без подарка не остался и он сам. Министерство природных ресурсов вручило председателю правительства памятную эко-кружку. Эта масштабная акция давно стала доброй традицией в республике. Подобного рода эко-мероприятия ведомство планирует проводить и дальше. Основной акцент Минприроды сделает на уборку в горной части республики. Стоит отметить, что наш регион уже 5 лет подряд становится лидером во всероссийской экоакции «Вода России». Дана Плиева, Рамзан Зурабов, Новости 24.